Всем привет на моем 144-м стриме. Сегодня мы продолжаем проходить игру Wings of Wii. Ну, давно что-то в нее не играл, надо разнообразие, да, иногда, так сказать, делать. Talos Principle буду продолжать проходить, но как бы буду чередовать, что ли, ну, что-то вроде того. Так, возвращаю звук. Как там звук? Вот так нормально? Так, что это у нас происходит? Странно. Глюкануло что-то все. Привет, пророк. Привет, Тор. Норм? Ну, норм так норм. Норм и не жмется что-то. А, все. 962 смерти, 35% пройдено. Почти 10 часов уже играю. Так, сейчас еще не один небольшой штрих. Так, мы прошли босса, который поздравлял с днем рождения. Так. А, не выбрал. Ой-ой-ой-ой, это больно было. Ну, Тора, я даже не знаю. Я уже забыл, что там. Что там было. Да, короче, это делается не так. Да, я думал, тут изикатка, а тут что-то... Тут что-то какой-то хардон. Подожди. Чё за... Стоп, это что, типа сложная игра, что ли? Ой-ой-ой. Блин, как тут без урона пройти, я что-то вообще не понимаю. Мне это, конечно, все равно, мне бы хоть с уроном пройти, но, блин. Блин, а даже нельзя проскорь сделать. Привет, Найтрики. Нашел. Ну и что? Это что, хочешь сказать единственное, что ли, лол? По-моему, половина стримит через эксплит. И что, ты хочешь сказать, чтобы все безнадежные пираты, что ли? Стримеры, которые с донатом там играют. Что-то я так не думаю, честно говоря. Как бы, ну вот Торы, да, пираты, но... Да как успеть? Блин, я не понимаю. Я случайно бомбу не могу уничтожать выстрелом? Блин, да надо без урона, иначе я, ну, меня это задерживает слишком. Ну это косяк. Кстати, мне кажется, или там можно считерить?
Ты удались. Вот так. А, нет, две бомбы это уже все, да? Даже если у меня до этого не было урона, то есть 50% одна бомба тратит. Так, надо выключить уведомление, точняк. Да блин, что у меня? Экран весь передёргивается, как-то аж передергивается. Как будто видюха перегрелась. Сейчас секунду проверю. Странно как-то. Привет, Фабино. Лол. Запускаю Catalyst Control Center. Этот, он, короче, вылетает. А, ну и Лене тоже привет. Передавай. Поролся на стриме Defender? Ты на всех стримах, по-моему, паруешься. Блин, не запускается. Что за... Не понял. Наконец-то запустилось. Unexpected error has occurred. Чё? Блин, 77 градусов. Ну, давайте включим немножечко турбины. На 70%. Все, пусть остывает, но мы дальше продолжаем. Починил машину, сломал комп. Ну как-то так, да. Не, ну что сломал, у меня там такое было, в общем-то. Там просто это, прошивка не отстроена как следует. Я не понимаю, как это сделать. Там как-то надо в прыжке, походу, выстрелить. Какой подкат? Ты чё, упорот, что ли? Куда подкат? Здесь? Нет, ты чушь. Единственное, можем мы там попробовать получить урон, и, ну, как бы за счет этого куча времени еще будет, да? Вот. А! Ни хрена себе! Это что такое? То есть мне нужно прыгнуть одним прыжком туда? Использовать крылья, чтобы подвинуться налево, и еще прыжок. То есть я должен одним... А, ну я, по-моему, и так одним прыжком туда попадаю. Пойдем лучше в Камиле. Да в Камиле там пожестче, на самом деле. Во второй-то. Это же не первая, которая изичная. Ну здесь... Не, ну здесь, блин, должно быть все легко, на самом деле. Не знаю, как я уйти от этого, честно говоря. Попал на шипик. Ну, мы же не зря играем в Mortal мод. Ну, то есть, в смысле, в этот, ну, без Doomed мод. То есть, я не брал никаких челленджей пройти без урона, да? Так что, где я могу пройти с уроном, как бы... Ну, значит, я прохожу с уроном, вот и все. То как бы я сейчас не собираюсь тут искать специально тактику, как это пройти именно без урона, если я смогу пройти с уроном. Да, вот так вот специально подставляюсь, но... Даже тоже я не могу попасть в тырку-то. Да ну...
Стоп. Не понял. Блин, что такое? Опять у меня переключило. Прикол, короче, я смотрю на чатик, у меня нет новых сообщений. А смотрю в OBS на чатик, там есть новые сообщения. А тыкнул на чатик настоящий, и тут он обновился. Вот теперь я вижу сообщение «Я Брынза». Поздравляю. В другую поди только. Блин, что-то... Что-то, блин, у меня странное происходит. Или это просто охламон тебя сломал чатик, может... Не знаю. Кстати, стримы у меня теперь в 60 FPS. Раньше были всегда 50, а сейчас что-то решил... А, чё, гулять-то гулять. Не попал. 60 FPS теперь стримы идут. Кроме этого, кроме Талоса. Ну, короче, 3D там, да, ну, по-моему, там я 30 ставлю. А, нет, или тоже 50, но я не помню уже точно. Ну, там как бы 50 нет такого большого смысла, как здесь таких игров. Там как бы даже 24 FPS хватит, как кино. Жесть. Интересно, кто-нибудь уже пытался пройти там бессмертие игру? Хотя бы на ангел мод. Мне кажется, на ангел мод вполне реально. Даже не ту, что ты жмешь кнопку-то. Ну ладно, вроде пройдено. Так, давайте посмотрим. Прохожу, прыгаю налево, стреляю вверх, слева снизу спускаюсь, сразу направо. Прыжок. Там оно надо успеть, чтобы не закрылось. Прыжок, еще раз прыжок. Ух ты, жесть, короче, какая-то жесть, реально. Ну, давайте пытаться, чё. Оп. Чё-то жесть. Что-то я вообще не вкурил. А, стоп. Отсюда нельзя попасть? Да. Нет, походу нет. А, ну вполне реально. Блин, немножко не те кнопки нажал. А как там успеть? Там же просто мне не дадут успеть эти крутящиеся штуки. Да что такое? У меня опять чатик не обновляется. Так, у меня чатик не обновляется. Не знаю, во что Джокин пошел играть. Откуда я могу знать? Давайте я просто перезапущу чатик. Чё там какой-то ерундой страдает? Посмотрим, как дальше все пойдет. А как успеть-то тут? Я вот и говорю, что у вас на стриме норм чатик, а у меня не норм вот в самом окно чата. Вот в этом и прикол. А, 1000 смертей, ну... Да. Ну, на где торт взять?
Да, на 50 тысяч буду присылать, это по-любому. Самому написать. Ой, торт. Честно, это очень-очень долго. А смысла, если уже есть готовые, вообще нет. Понял, что я писал чатик DSK2 ТВ? Только DSK2 ТВ. Я и то запарился баги исправлять. А, для всех. К тому же, это же не единственный. Надо просто другие поискать. Есть. Да как? Я не понимаю. Но я там не успеешь, вроде, никак вообще. По низу, где бомбы? Смысле? Надо по... Да, я его хочу все посмотреть, но, блин, короче, забываю все время. Где понизу-то? По бомбам, что ли? Ой. Да, слоупока мне в чат. Я не заметил, что там есть проход. Сейчас будет. Да что же ты не попадаешь-то? Блин, сколько бы я это еще не заметил, вот это офигеть. Блин, ну я тут-то я проскакивал, сейчас надо просто более точно. Более все четко, слаженно сделать, и все норм будет. Удались. Нет, это фигня. Да что ж ты? Вот и все, да? А стоп, а... Значит, там секретка, да? Блин. Там секретка по-любому. А, у меня опять не обнов... Да что ж, он у меня опять не обновляется. Так, я тогда открою для себя отдельно. Не, подкат в воздухе не работает. Ты как себе это представляешь? Так, я открыл себе скадвашный чатик в отдельном окне. Слоупоки, слоупоки нашел. Санчес дропнул больше, и он вроде не дропнул больше. Я последний раз, когда проверял, он на рю был. Блин, жалко, секреточка там. Пропустили секреточку. Даже убил Рю. Вот этот поворот. И как это взять? Но он, мне кажется, на Мегамене дропнет. Стой, что делаем? Подкат же нужен. Хрен знает там, какую реакцию надо, чтобы взять эту секретку. Соник на ЕЗ. Ты серьезно думаешь, что там проблемы возникнут? Даже у Санчеза. Но я имею в виду не то, что проблема, а то, что ну такие, что аж дропнуть. Мне кажется, на ЕЗ вообще пофиг. Да? А вот Мегамен на ЕЗ такой же, как на Верейже, если только не спамить вообще очень четко и много. Мне кажется, на ЕЗ Мегамен самый сложный босс. Нет, так это фигня. Да, конечно, Тор не только до кристаллов, еще до хек в этой фазы.
по-моему. Ну, по крайней мере, я легко его, короче, убиваю. Вот как он только в клубок сворачивается, все, сразу его можно убить уже. Ну... Нет, Найтрике, ты не понял фишку Санчеса. Он играет, в принципе, нормально, как и многие люди, но при этом он специально сливается, да? И он, я не думаю, что он будет специально сливаться, там, 10-20 стримов, да? Вначале специально посливается, а потом пройдет. То есть, как бы, примерно, как и на других боссах. Ну, с болтом, да. Не попал. Ну да. Да хорош, да. Чё так сложно попасть, что ли? А, тележку надо провести. Да ладно, мне кажется, можно и без нее. А как? Я не просто не понимаю, как включить. Как включить-то? А, с обратной стороны. Вот черт. Что за жесть? Чушь какая-то, я что-то вообще не понимаю. Жесть какая-то, не хрен его знает вообще. Привет, Defender. Ну, Тор, давай не будем по другим судить. Не факт, что я буду дольше проходить. Так что... Вот когда пройду, тогда можешь сравнить. Даже тогда, наоборот, мне даже будет самому интересно. Правда, я не знаю, о ком ты говоришь, но... Все равно. Главное, что ты знаешь. Она все равно падает, даже если я отключаю. Никогда никого не сравниваешь, вот это зря, конечно. Блин, недолетик. Да что же ты делаешь-то? Почему он всегда сейвы засовывает в такие неудобные места? Вот зачем мне там вот это вот нужно? Блин, ну... Чтобы знать, зачем мне эта тележка нужна, я и без тележки могу пройти так-то. А, понятно, зачем тележка нужна.
Ну понятно, короче, понятно, что делать, осталось просто микрить, просто делать. Да что ж, я не могу нормально там спрыгнуть, придумать алгоритм, как спрыгивать. Не понял. Я только что опять весь экран мигнул. В чем причина? Все, видюха уже 54 градуса, ничего, ну, то есть явно не в этом проблема. А что мы так переключиваем-то? Да. Побелело, у меня почернело, но возможно, что на стриме это по-другому видится. Ты удались, ну. Так, надо тут подумать, как делать. Вот качусь я на вагонетке. Падаю с нее. Крыльями, ну, крыльями поддерживаю уровень. И стреляю. И потом жму прыжок, если нужно еще второй прыжок, чтобы на платформочку попасть. И чего тут он долго сидел, Тор? Вроде и не выглядит, чтобы я тут долго буду сидеть, думаешь? По-моему, не выглядит прям очень сложно. Блин. Или там какой-то а-ля Костабрик. Стабрик что-то так и не вернулся к стримингу. Да что ж, ну не успел чуть-чуть-то. Со смеху умирает? В смысле? А, типа как Санчес, что ли, специально плохо проходит или что? Ладно, а к чему это было сказано? Да ну... Опять не доплыв.
Да ну чуть-чуть же совсем, какие-то миллиметры, пиксели. Что это было сейчас? У меня игра на секунду в полноэкранный режим перешла. Упор это что же? Да. Так это что, игра что ли баги наводит или еще что-то, я не пойму. Может такой троллинг от Солгрина новый? Не, переставлять винду точно не вариант. Блин, ну тележка проехала. Кстати, мне кажется, или там еще придется подкат делать? Не знаю, я спрашивал про то, что ты говоришь, это хардовый момент, да, именно по его стриму, и что-то вы начинаете говорить про смех. К чему это вообще? Стример известен своим смехом. Ну жесть какая-то. Он прям разрекламили стримера, мне даже захотелось глянуть. Да ну, блин. РГГ. Retro Game Gunter. Ну, хрен знает. Сомнительная такая, конечно, вещь. Привет, Брим. Давай, включай, да? Ну, да что такое? Опять он перешел в полный... Может, какие-то кнопки жму?
Вроде нет. Бред, вообще жесть какая-то. Как страдания? Да вот, что-то игра время от времени в полноэкранный режим сама переходит на одну секунду. И обратно. Вот, страдаем. А если ты про уровень, да, фигня? Не особо сложно. Думаешь, перезапуск поможет? Что-то я так не думаю, если честно. Так. Ну согласен, вдруг есть такое понятие. Ну наконец-то, и что, подкатывает делать? А, не, прокатывает. Сейв? Не, ну прикольно придумали, но офигеть теперь. Да. А как здесь? Наверное, в начале все-таки два прыжка израсходовать, но как можно ближе к шипам опускаться, да, чтобы дольше прождать. А потом крылья. Ну ладно, это изи момент. Изи пизи, гг пгг. Мимо. Уже 103 смерти на этом уровне. Интересно, чем Soul Green дальше займется? Будет ли еще какую-нибудь игру выпускать? Почти. Короче, норм, этот момент можно без урона пройти, вот я, в общем-то, без урона его прошел. Только вот здесь теперь надо смочь. Блин, да это ну шняга какая-то. Я не понимаю. Наверное, все-таки крылья надо вначале использовать. Так я на тележку думал встать, еще успеть в конце, пока она не упала. Это хорошая игра вообще во всех отношениях. Я, в общем-то, даже в этой игре, если честно, не могу назвать каких-то минусов. Ни по геймплею, ни по графике, ни по музыке. Не знаю, мне прям всем нравится.
и секретки есть, и сложности есть. Ну, короче, в принципе, вроде все. Все прям при ней. И управление хорошее, физика, все такое. Нет, ну Тор, я имел в виду изи момент, вот этот вот, ну, до той тележки. Ну, в смысле, ну ты понял, короче, я имел в виду. На демон моде? Да не, на демон моде сам по себе это нормально еще, я думаю. Но вот на думит мод, это уже беда какая-то. Можно, конечно, попробовать ангел мод плюс думит мод. Ну, то есть, как бы изи, но с первого урона будешь умирать. Но это очень сложно, потому что в таких моментах разницы не будет. Нет, демон без дум это невозможно. Это хуже рейпа больше. Это хуже рейпа больше. Потому что если в босше хотя бы там практически все статичное на уровнях, просто микро шипы там, да, ну да, там хитбоксы кривые, но все равно, если ты просто выучишь управление до такой степени, что прям вообще пипец, то как бы все будет отлично. Пройдешь этот рейп там, да, даже без смертей теоретически. Ну, за 16 смертей же, ой, за сколько, за 32 смерти же прошли, да. Ну, а где 32, там и, в общем-то, можно и меньше. А вот здесь, как бы, блин, не статичные враги, которые летают. Ну, в общем, это хрен его знает вообще. И еще сейвы там очень редко будут. И вот эти вот сильные враги, которые посильнели на демон моде, они тебя будут убивать с первого раза. Не знаю. Как бы Soul Green утверждает, видимо, что all attacks dodgeable, да? Ну. Будем надеяться, что не врет. Да чуть раньше надо. Так. Тогда в начале крылья использую. Получается так. А сейф? Сейф? Где? Эй! Ну, что за жесть? А, ну вот, все. Так, что тут у нас? Стреляю, прыжок, второй прыжок, стреляю и падаем. Стреляю, прыжок, второй прыжок, нет, там так не катит. Стреляю, крылья, прыжок, второй прыжок, стреляем, ну короче как-то так. А сын, да, но я просто гравитрон в начале у Тора видел, поэтому я не кричал, конечно. Так. Стреляем. Крылья. Прыжок. Оказываемся уже справа от шипов.
Еще прыжок и, блин, ну сейчас сначала постучай, скорее всего. Ой-ой-ой, да ты что делаешь-то? Стреляем. Да не... О, все не так сделал. Все не так. Прыжок, стреляем, прыжок. Да ну. Стреляем, крылья, прыжок, прыжок. А, не-не-не-не, не так же. Крылья, прыжок, стреляем. Да ну. Как-то в первый раз вообще легко получилось, да? А вот. Что-то тут надо быстро как-то действовать. Странно, разве тут можно успеть, что я не пойму как. Подкат что ли сделать надо? Ты не в ту сторону ты стреляешь, ну, порота. Да почему не в ту сторону ты стреляешь? Кнопку еще раз нажать. Ну это тебе скажу не так просто. Да, как бы видишь, я-то нажму ее, но. Блин. Надо же еще и прыжки сохранить. Ну а что, почему нет-то? Я же не говорил, что я пройду без подсказок чата или что-нибудь такое. А, тут надо было еще тут. А что за я тормозил? Это ж хардкор, ты справишься, но. Справлюсь. Но это не значит, что я там отказываюсь от подсказок из чатика. А тем более от тех, кто не проходил. Все равно это же как бы как и в Боше, тут главное не знать, что делать, а сделать. Хватит попадает на эту ерунду. Хорош. Что-то я никак не могу разникнуть это. Сквозь тележку нельзя прыгать. Я тебе думал, что можно. Убегай, тележка. Оп, ну, зачем? Эй.
Да хорош. Ну что так сложно сквозь тележку прыгнуть? Не притворяйся, будто в 2D мире живешь. Да хорош, блин, что за фигня? Ну, теперь не догнал. Что-то вообще не то сделал. Не помню секреток. Ну это фигня. Да не знаю, мне кажется, не особо прожит. Ну, может, это правда. Вообще не то сделал. Блин. Не в той последовательности. Почти. Эй, я же жал. Ты как? Не соскальзывай. И вообще, почему нельзя внутрь тележки залезть? Почему он стоит на краешке, на самом... на бортике? Или там тележка полная угля? Или что тут добывают? Все, ГГ. Мне надо по-любому было попасть туда. Ну, блин, это не так просто. А, ты имеешь в виду заранее прыгнуть? Ну, по крайней мере, секреток нету.
Блин, надо было встать на ту платформочку. Так, а что тут насчет секреток? Ну, наверное, нету. Ну ладно, зато узнали, что тут нет секретов. Ну ладно, они так много урона наносят, чтобы сильно об этом волноваться. А, что-то я не рассчитал. Надо было крылья юзать. Ну, я так и думал, что слишком рано я что-то включил это. Выключил. Блин. Надо сразу оттуда лететь уже направо. Ну, то есть после прыжка на крыльях уже перемещаться, видимо. Ну, даже без урона вроде бы. Ну, неважно. Да ну, почти же отключил. Чё, тут длинная локация без сейва-то. Блин, а вот на демон мод от того желтого сейва до сих пор еще не было бы сейва. Ну это как-то слишком охренительно, по-моему. Не, ну все-таки полностью игнорировать эти штуки не получится. Ух ты, что. Потому что все-таки урон-то они наносят и. Может закончиться здоровье так или иначе. Да, офигительно. Так и думал, что-то рано слишком. Без урона, кажется, тоже сложновато было бы. А как там так размикрить? Наверное, все-таки надо крылья в середине использовать. Не попал.
А, ничуть не успел. Интересно, вниз или наверх-то надо, что я не понимаю. Какую ачивку, Тор? Какую ачивку? Давай, если есть возможность взять, давай возьмем. Ну если, конечно, она не гиперхардовая там, что вообще ж пипец просто. Ну, в любом случае, ты скажи, а я посмотрю, что можно сделать. Возможно, что и тут, но это, блин, сложно. А, стоп, не убивать? Не, ну это бред. Не, если бы вот этого последнего можно было убить, потому что он на пути стоит, то это норм. А совсем не убивать, что это непонятно, если честно. А как же я вот эту открою-то? Не то, что сделал. Ну блин, проходи без урона. Я в принципе не против в целом пройти без урона. Но руки так не считают. Не, почему, Тор? На Doom моде ты можешь их убить. Doom Med. Не Doom, а Doom Med. Знал, что внизу нет секретки никакой. Не могу никак успеть. Что я сделал? Подлагивает. Так что, Тор, ты какую игру ты будешь стримить в следующую?
А то я сейчас тебя выгоню. Потом скажешь, что я виноват. В твоих подгораниях. А, я не мог, я жал, она не прыгала. Я жал, она не прыгала, отвечаю. Не один раз, а много раз тыкал, она не прыгала. Походу застряла, что ли, в текстуре. Что за жесть. Ну вот без урона сейчас прошел. И даже этих без урона. Ну блин, ну а как? Я хрен знает, а надо успеть прям вообще жестко. Блин. Да уйди, как упасть-то? Как резуна без урона пройти, вот это уже хрен знает. Но походу надо с тележки спрыгивать и, ну, там летать, потом обратно запрыгивать. Странно, что у тебя там Sonic the Hedgehog в этом списке. Ты хочешь сказать, ты никогда Соника не проходил первого? А, не имеет значения. Ну так ты проходил Соника-то первого? Ну, со всеми кристаллами. Мне казалось, ты проходил. В смысле, почему Гитману? А что такого? Я даже в детстве проходил со всеми кристаллами. Это же вообще ерунда. Ну так, чуть сложнее, чем там во втором. Ну, в принципе, по-моему, даже не особо. Привет, Элис. Мы тут проходим Wings of V. Только что-то, блин, моменты стали какие-то хардовые. Ну как хардовые? Ну просто там на тайминге наседают. Да, ПЦ под. Ну вот смотри, ну это вот что за жесть. Не, ну ладно, еще пока не ППЦ пот, но уже пот. Ну вот уже 228 смертей от начала этого уровня, а уровень мы начали на этом стриме. Ну, как бы, по сравнению с предыдущими уровнями, это уже довольно много. А, 223, да. Ну, блин, какая разница. Порядок это не меняет.
Дэн. Ну видели, да? Я понял, как пройти без урона летуна. И ну как бы довольно-таки просто. Ты чё, упорота что ли? Чё ты наверх-то стрелял? Ну ви. Хорош. Придуриваться. Удаляй. Что ж я чуть-чуть-то не долетаю? Чуть-чуть не долетаю. И в итоге прыгаю в потолок и все, печаль туда. 28. Копались какие-то цифры. Главное, пророк говорит отправлю, а в итоге Элис отправляет. Или пророку там просто задержка. А, не успел. Потерял смайл. Надо было готовиться. Ой, заснул что-то. Ничего себе, меня убили. Один. Привет, картофан. А 231 это что? Какая статья? Я хрен его знаю. Наверное, что-то похожее. Явно рядом же. Блин, то есть. А, картофан, так у меня к тебе вообще-то вопрос. Я думаю, ты знаешь какой. Да, ну блин, как не знаю, прошел или нет? Ну не знаю, почему прям АФК-то. Да. Привет, Алексей. Ну, хоть это... Две фазы ты переживал за раз? Или ты просто все еще тренил, как бы, и... Короче, типа еще не все вообще переживал. Я не знаю, я упарывался. Я не знаю, мне тайм-машин начинает проходить потом или нет. Потому что я смотрю на твои страдания. И что-то, блин, пипец какой-то, честно говоря. А ты играешь лучше меня в целом. Ну вот если, то есть, ну что-то новое. Какие-то новые места брать, да? У меня дольше, по-моему, затминание приходит. И что-то вот я думаю, блин, походу я там просто гореть буду адски. Так боссы-то такие же. На боссах разве есть разница? Уровни-то, мне кажется, я и так смогу. А, есть разница на боссах? Ну тогда, да, можно.
А ты на харде или на вэри харде? Или там нету вэри харда? Да... Куда же пройдет этот момент? Вроде все понятно, что делать, но... Ну, короче, мне на один уровень сложности ниже уже хватит. Потому что, когда в Логибасте я проходил... Он там, ну, как бы, ну, я смотрел, да, мне было интересно. И на некоторых сложных моментах он делился сейвом со мной. Просто, ну, чтобы я, как бы, я просил так за компанию тоже, да, помучиться. И вот, как бы, я некоторых боссов пробовал. Пробовал снеговика. И мне на нем чуть-чуть не хватало спама, чтобы убить до последней атаки, которую я хрен знает как уворачиваться. Ну, то есть, как бы, вот, именно мне спама бы хватало, но у меня палец уставал. И в итоге, ну, короче, я фейлил. А с турбокнопкой прошел сразу же. А, даже атаки зависит. Не, ну я тайм-машину уже на самом деле прошел на Very Easy. За одну секунду. Значит, я все-таки, наверное, буду проходить, а потом буду тайм-машин, но не знаю, когда-нибудь. Наверное, хотя бы подожду, наверное, пока ты пройдешь, что ли, а то что как-то не в тему. Двое проходят одну и ту же игру. Ну, обед, ладно, здесь только что какая-то вышла, так. Вот игр больше нет. Наверное, слишком долго я тут жду, да? Нафиг он так долго ждать, надо раньше прыгать вниз. Да, а из-за этого я не успеваю. Не-не-не, пророк, ты не путай. Ви я прохожу, как бы... Это не считается Айваной. А Айваной я отдельно прохожу. Своя система распределения стримов. Да что же я, почему я не успеваю, я не понимаю. Нет, я ладно, если бы не успевал до тележки, но почему я не успеваю там прыгнуть, что-то я не могу понять это. Причем, что раньше успевал, а сейчас нет. Не, почему? Не обязательно без микрофона. Даже с микрофоном, но... Короче, ладно, посмотрим. Посмотрим. Но все равно это не значит, что в любом случае Wii это не преграда. Ну, чуть-чуть не попал. И к тому же я не думаю, что я Wings of Fee буду очень долго проходить. Это же легкая в целом игра. Ну, на этом уровне сложности. Ну, то есть это же такая все-таки в стиме игра, как бы казуальная. Блин. Замешкался что-то там.
Ну. Ну наконец-то, лол. Только что тут сейф-то есть? О, ты кто? Ты в порядке? Кто тут? Я Ви, ангел с Floating Keep. Ангел? Я спустился вниз в поисках лагеря демонов. Я слышал от людей из Даркхейма. Ну, типа, ну, короче, что ты сюда спустился с командой. Где остальные? Город безопасности? Рад это слышать. Другие члены команды, которые, ну, были схвачены демонами, и я, ну, я один остался. Мы пытались подняться на поверхность снова, но демоны украли все наши инструменты. Короче, сверху короткий выход из пещеры, но он слишком высок, чтобы я добрался без инструментов. Я боюсь, что останусь здесь внизу. Нет, если я могу тебе это сделать. Как? Ну, хорошо, давай помогу. Как? Не понял, как помочь? А чё, нельзя просто его поднять? Ну всё, сейф, наконец-то. И чё, босс? Здорово. Так, ну атаки пока ещё, конечно, изучать сейчас будем только. Да, что-то выглядит жестко довольно. Да, я так и думал, что это полезные штуки. Вообще, пока, как обычно, к боссу приходишь, вообще ничего не понятно. Просто ничего не понятно. Что? Хорош спать, ты чё? Минус 100. Привет, Персон. В пещеру, которая рядом с ним, от этих минус 100 не увернуться. Нужно использовать вагонетки, когда он кастует эти минус 100. Вряд ли сейф спот. Так, а я не обратил внимания, когда он кастует минус 100 эти. У
Не, непонятно, как уворачиваться-то то. И от этого непонятно, как уворачиваться. Привет, Ксиппи. Да, я понял, что вагонетка сбивает, но я пока просто не видел, как это выглядит атака, я не обратил внимания. Вот это что ли? А, нет. Вот это, да? Да. Так, ну от этого подката можно уйти. Так, это отрава. Тут от здоровья мне тратить. Задел что ли? Вот. Суров что-то. А, привет, Балшам. А, кастуют после трех разных атак. А, то есть стабильно, да? Что, первая атака, вторая. Или это одна и та. А, это одна и та же. Это вторая. Блин. Все, после этой будет вагонетка. Вблизи я крыша отбегаешь, не понял про что речь, если честно. Как от этих атак уйти, я тоже не понимаю. Про это что ли, типа вблизи убегаешь? Ну это ладно, это от этого и так можно увернуться. Как раз таки не проблема. Так, вот это вот понятно, как микрить. Да блин, ну понятно, но еще надо, чтобы получилось. Медленно, а один бторн к идти. То что? Ну там просто нельзя на месте стоять. А. Сейчас разберемся. Так, корни. А, вот эти лазеры, я только сейчас увидел, что изначально видно, как они ударят. Я думал, они как-то на меня наводятся. Нет, оказывается. Да, я понял. Ну, уже вот несколько атак, уже понятно, как уворачиваться.
Так, вот эти непонятно, как, ну, в смысле, ну, вроде и понятны, но и непонятно, как их урон-то не получают. Так, лазеры понятно, корни понятно. Ну, короче, уже почти все понятно. Только еще надо размикрить это. Это тоже понятно. Блин, ну задел. Три вагонетки надо успеть, или что-то произойдет, ну не знаю. Привет, бутон, подлагиваю, но это что-то значит, ну, где-то там. Короче, не на моей стороне проблема. Походу успеть надо. Не удивлюсь. Да блин, ну не могу я пока нормально соображать эти лазеры быстро. Задел таки. Ну сейчас, я понимаю, что вблизи, ну я вот в принципе и стараюсь, но... Пока надо атаки научиться проходить, это сейчас самое главное, а как бы, ну, убить это уже потом. Не убью же я его все равно за пару попыток. Пока атаки нормально не научусь проходить, тут, я думаю, речь даже об убийстве вообще не идет. Я не могу среагировать на эту атаку, то есть я не пойму, как она, как он ее подготавливает, то есть как ее узнать. ДПС, а что такое ДПС?
Блин, заделал эту штуку свою. Ладно, давайте сразу заново. Ну блин, парализованность. А, damage per second. УВС, значит, да, не хватит. Урона в секунду. Да хорош на это попадать, ерунду. Ладно, не, но вблизи стоять хрен знает. Он же включает свою ерунду и... Вначале надо понять, что за атака, а потом подходить, если позволяет атака, да, и наносить урон. Ну, впервые, да, до второй дожал. Ну, сколько раз, два, три? 4,5 ему снял, пока рекорд. Да, она с параличом не долетит. Не стоять вблизи, пока не видел, какая атака. Все, запомнили. Блин, приехал. Так, только не какой-нибудь паралич. Все. Это. Как же определять атаки-то заранее? Некоторые, конечно, можно, а вот некоторые вообще я не понимаю пока как. То ли не могу заметить просто, что он начинает делать. Два с половиной заход, да ты чё? Ты смотри, я даже один не снял сейчас. А на некоторых атаках вообще его практически не атакуешь. Ну, не урон не наносишь.
Ну, хорош, ну. Ну как вот эти капельки улетают, ну это пипец какой-то. Да хорош, блин, ну ерундой страдает. Как можно на эти попадаться? Вроде ж хитбоксы нормальные. Ну так, в смысле, ну 2,5 же так, ой, 4,5 так снимал. О чем речь-то? Опять свою, блин, отраву пустил. Не знаю, как там было нормально размикрить. Нужно найти старую жадность и что? А, статую жадности. Не, все-таки первую буду наносить тут. В принципе, главное только это, микрить вот это паралич. Из этого вблизи не стоять. А остальные как бы, ну, не так критично. Вот ведь. Как это не обязательный босс? Это обязательный босс. Я вообще не уверен, что тут есть необязательные боссы. А если есть, то я не встречал. Так и что, наверх, это в тот же город, где я и был, и чё? Он же сказал, это короткий выход из пещеры. Опять.
калечит. Ну блин. Корни эти. Опять он свой паралич пускает. Ну все-таки попал, ну. Удаляем. Пока, кстати, паралич нельзя удалить. Блин, ну... Не успел. Что же я делаю? Можно же эту атаку узнать? Я почему-то каждый раз буду посмотреть, что он делает. Ну блин, ну как-то неловко вышло, ну пипец. Ну, по-моему, робот был сложнее, который с днем рождения говорит. Да ну... Да ладно, как и так не успел-то? Вроде все вовремя сделал. Странно что-то, почему не успел? Ну, смерти на нем нормально фармится. Уже 45.
Хоть бы раз вагонеток не хватило. Не, 4 это предел, ну 4,5 там было. Еще какая-то фигня. В смысле, до ульты надо довести, а не до смерти? Хочешь сказать, этого босса не надо убивать или что? Да причем тут это, они же меня пока, и у меня они как бы пока и не заканчиваются, как видишь, вагонетки-то. Мне их вполне хватает, еще даже одна лишняя. Да почему я так неправильно ухожу? Да почему он все равно достает вдалеке? Я же уворачиваюсь. Пипец, блин, это. А, ну отлично. Так и надо. Почему-то я не узнал атаку вообще. Ну не успею. Нет, успел. Четыре, опять 4 ровно. Да что я сделал? Не успеваю, я не успеваю сообразить. Я знаю, как определить уже эту атаку, но я не успеваю тупо сообразить, вот и все. Просто не успеваю. То есть она начинается раньше, чем я понимаю, а, это же вот эта атака с корнями. Хотя понятно, он как бы отодвигается и... Это значит, что сейчас это будет атака. Ну вот, прогресс. 5 с хвостиком потратил. Типа даже меньше половины осталось.
Чего? Опять успел сделать? Да почему? Вот я, ну вот, уже успел сообразить, но не успел нажать кнопки просто. Ну блин, пролечи, это бесполезно. Просто не запрыгнул. Ну, блин, это картофан, ну и что? Я же еще не на месяц застрял на этом поясе. Это всего лишь первый стрим, и то я как бы стрим начал с уровня, да, сейчас на этом боссе сижу меньше часа. И всего 55 смертей, знаешь, это как бы не признак сложной игры пока что. Если я буду сидеть хотя бы на нем 500 смертей, несколько стримов, ну да, это да-да, хардово, это прям, ну я что-то так не думаю, это честно. Не, ну это фейл уже сразу. Тоже сразу. Да что же это такое? Никак не могу как бы собрано атаки размигрить. Хотя тактики понимаю, но я их не успеваю как-то реализовывать, не успеваю сообразить, чтобы их реализовать. Ну вот опять. Пока нормально. Блин, я перепутал атаки. Да ну. Не успеет? Черт. Ну, кстати, больше потратил, 5,5 потратил. Ну, что-то я в конце затупил и жестко, мог бы и выжить это.
Короче, до первой вагонетки можно без урона проходить. Ну, не, ну рисовать все равно не буду, но можно без урона. За две фазы больше 5 потратил? Как за две фазы? За 6 получается фаз. Даже за 8. Если он делает 3 атаки, потом свою минус 100, потом еще 3 атаки, еще минус 100. И вот я потратил 5,5. А, ну, так я не говорил, что нельзя. Фигню какую-то сейчас сделал. Вот наконец-то я успел сообразить нормально. Одна вагонетка осталась. Да черт. Я что-то не ожидал эту атаку, если честно, но у него осталось 2,5. Короче, вагонеток хватает вообще с головой просто. Так, стоп, а у него усиленная фаза, когда начнется-то? А, ну блин, ты слоупочил, все. Урон. Не, озеро хреновая попытка. Но рестартить все равно не буду. Тем более рестарт все равно это смерть. Ну блин, ну подкат не всегда получается. Ну, вообще за протяжении всей игры у меня все время подкат нестабильно получается. Не знаю даже почему. Ну, руки-крюки. Да как урон получил от этого? Ну пипец какой-то. Короче, вот эти атаки, они все легкие. Все атаки легкие. Блин, все можно размикать вообще. Не парясь практически. Только поднапрячься просто надо и все. Да блин, ну хорош на вот это сливаться в самом начале. Вот опять. И все время забываю про нее, что она вначале бывает. Это не замечаю. Так, после этого он выстрелит своей минус-тошкой. Ну, как-то получилось не так, как хотелось бы.
Блин, задел. Блин, ну задел. Задел опять. Растения, пожалуй, больше всего раздражают. Черт, я не ожидал так скоро. Блин, фу ты. Раз он 3 атаки сделал уже. Что-то, блин, надо считать. В Иванах нет подкатов, ну да. Вижу, вижу. Черт, я слишком быстро подошел. Блин. Да. Я опять забыл, что надо считать. Не, ну первый считать не буду, так как вроде она стабильно получается. Но потом надо считать. Потому что я слишком сконцентрируюсь на атаках самих, и я не замечаю. Казалось бы, что там до 3 досчитать, но нет, я сконцентрируюсь на атаках и забываю про это время. Вот сейчас уже будет это, да? Так, первое. Ну ладно, вторая. Ну нет, понятно. Не, эту штуку задевать паралич, это все, это практически удаляй. Можно сразу удалять. Урона получил просто немедленно. Ну я же жал. Это много все равно урона, конечно, получил. Сколько атак-то прошло, лол? Ну, понятно. Нужное количество. Как так? Ну почему? Так, ладно, это вторая атака. А-а-а, задел. Так. Так, это первое. Вторая. Так, и после этого идем фигачить тележку. А чё я у него вообще ничего не потратил?
А я у него вообще ничего не потратил. Ну все, ГГ. Да. Не, все-таки надо спамить хорошо. Читать атаки, конечно, тоже хорошо, но, блин, спамить надо продолжать. Да ну. Зачем я только что сейчас смерть потратил? Да ну. Что такое коняшка? Тор. Игры про лошадей. Так ты сказал коняшка, а не Mountain Blade. Как можно мало темплейт сократить до коняшки? Что-то я еще не врубаюсь. Так, это вторая атака. Да ну, ну хорош попадать под ерунду всякую. Так, это третья, после этого идем на вагонетку. Да мало я у него опять потратил, ну почему? Нормально же этого тратил. Прям в зубы въехал. Всадники им будут, и армия из конницы, имба по умолчанию. А. И гоменов тоже можно пройти. Ну, я согласен полностью. Даже маджонг можно пройти. Не успел, да? Нет, успел. Коняшка.
Я что, рано пустил? Понятно. Удаляй. Ну. Да опять я получил этот, блин, паралич или яд. Эс-читовод. Что это? Почему он... Я сейчас-то правильно посчитал. Ночи. Что-то Тор как-то без конкретики в последнее время. Постоянно чисто на букву заменяет. Блин, отключай автохоткей, когда ты сворачиваешь. И так сложно, что ли? Нажать правую кнопку и отключить. Правую кнопку. Ну блин, ну короче, дно. Что это? Надо сконцентрироваться, я не могу. Как-то разобранное состояние. Ну что это? Ну зачем тут урон получать? Это же вообще ни о чем. Так, Тор, знаешь еще какой-то вариант? Ну я думаю, вообще-то ты, наверное, скажешь, что это слишком хардово. А, ну как бы, типа, знаешь, читать, что ты пишешь, ну, все такое, ну... Не знаю, не всем, конечно, под силу. Да хватит в зубы-то ехать уже, ну. Ну попал. Во, от меня. Да нет, это плохо, это плохо. Что он как-то тормозил? Да, хорош. Что, попало же в меня что-то, да, вроде?
Ну, короче, в параличе я ничего не могу сделать. Не, ну кое-что могу, но, блин. А, ну или просто он уже прошел, да, паралич. Ну так бы всегда. Да хорош, ну вот это уже вообще, ну... Надо просто в другую сторону было это мутить. Так, хватит плеваться. Опять это... Говнище, блин. Ну, оно пол здоровья меня тратит. А, оно мне вообще все здоровье тратит, это яд. Короче, можно было не ставить яд, можно было просто убить. Сделать такой яд. А смысл, что мне отнимать здоровье, я не успею за это время убить. Ну, отнимать здоровье там каждую секунду или что-то вроде того. Нормально, 3 отнял. Так, после этого будет... Да-да-да. Так, уже, да? Да. Блин. Есть. Это называется на последней секунде. Да хорош, ну не тролль меня. Ты что, прикалываешься? Там секретов никаких. Ой. Ладно, лучше не буду. Ну блин, она не допрыгивает. Ну пипец, не допрыгивает. И чё не так? Кстати, даже не стреляет. Привет, Снап. О, а как, почему получилось? Не понял. Я вернул твои инструменты обратно. О, огромное спасибо. Как я могу отплатить тебе? Я знаю. Встреть меня в моем доме в деревне. Ну, короче, возвращаемся. По-моему, не здоровался. Не знаю.
Привет, Таркил. Так, это кто был именно? О, кстати, вы ничего не хотите сказать? А, я победила стражника. Отличная работа. Пошли. Стой, стой, стой. Что, что? Там нужно было зайти к челу, награду обещал. Так, они должно быть... что-то... А, типа использовали меня, да, чтобы создать барьер, чтобы защитить вход. Держитесь на дистанции, я заклинание прочитал. Ну все, пошли. Ну, в деревню, дай вернуться в деревню. Не дадут вернуться. Мы сделали это. Что это за место? Это Underworld, ну типа подземелье? Нет, это типа потусторонний мир, да, вроде Underworld. Под миром, короче. Под мир это. Подземный мир. Лаш, не знаю. То есть однажды Лаш, Блуминг Форест, что-то типа это. Светящийся лес или что? Преисподня. Теперь повреждена вот этим Джефф Оулом. Короче, я не понял. Вход в Акрополис должен быть очень далеко отсюда. П-переводчик. Наша ситуация немного проблематичная. Руби. Плохой силуэт. Шейп. Раньше был цветущий лес, а теперь демоны пришли и все загадили своими пикниками. А... Ну, короче, Руби... А, в плохой форме. А, и... Мы не можем оставить ее тут беззащитной. Что мы должны, что мы будем делать, да? Нам не нужно отправиться в лагерь демонов. У меня есть идея. Возьми это с собой. Это... А, я... Буду позволять телепортироваться с Руби в позицию кристалла. А, мы сможем телепортироваться с Руби в позицию кристалла. Ви, иди, Force. Не знаю, что это. И найди Акрополис. Нажми на кристалл, чтобы мы знали... Что ты это сделала? У тебя будет возможность оверком. Толгас, не знаю это. Эпстеклис тоже не знаю. Что это за слова? Я верю в тебя, Ви. Godspeed. Блин, слов каких-то неизвестно, короче. Так, да, Тор прошел. Для Фаргуса нет, не переводил. А сейф-то был? Или тут типа автосейф или что? А, здорово. Это ваша родная среда обитания, что ли? Такой. Тебе придется встретиться с большими трудностями, наверх тебя попутного ветра. А, попутного ветра, Godspeed.
А, у меня же есть вот эта штучка. Вот так, да, вроде. Не. Стоп, вот это что ли? Стоп. Так это типа считается, что я босса не убил, что ли? Ясно. Ну удаляй, ну. Не дал там мне, короче, это сделать. Где в начале уровня? Так где? Я тут не могу, пророк, никак. Да, это болтает. Да. Ну чё, Тор, видишь? Казуальная игра из Стима. Прошел уровень и босса, и за сколько там смер... Я даже сотни смертей не потратил на босса. Ой, ты кто? А чё так быстро умер? Как я вот этих вот не люблю. Еще с первого уровня. Да это же дерево. Что оно мне делает, я не понимаю. Оно кусается. Реквест. А может и можно, но только я, когда вот его узнаю, тогда я скажу, я принимаю его или нет. Как Субино не прокатит. Сейф. Блин. Зачем я рестарт нажал? Что это такое? А, это смерть. А, да, я думал, ты и основной путь направо. Нет, ты ошибся. А, или не ошибся. И что это такое? Только мне не хватает какой-то возможности, что ли? Ну да, походу рановато. Блин, я горю. Как я давно вас не видел. О, вот эти огонь кидающие. Ой, у меня здоровья целая куча осталось. А, так вон и тут. Такая же штука. Может, это только на демон мод доступно или что-то в этом роде?
Ни хрена себе там. Что-то за какая возможность будет, что я смогу в такое место добираться. Типа там в два раза выше прыгать или что-то в этом роде. Ой-ой-ой, скучали. Снаряды затягиваю. А, ну да. Ну как бы, ну затягивает, если он именно попадет, то есть, ну, наводка снаряда не меняется сама по себе. Да ну. А куда затягивает, что не показывает? Может там интересное место какое-то, кто его знает. Так, о, сердечко. Стоп, зачем оно мне нужно? Тут обсыпается, оказывается. Не, стоп, а как его взять? А, его тоже с временным полетом, да, так убрать, походу. Стоп, значит, я сюда уже мог прийти с этой возможностью? Или это специально, то есть только потом сюда вернуться? Или, может, я по сюжету сюда еще вернусь? Наверное, по сюжету, скорее всего, сюда еще вернусь. С этой возможностью. Да, отлично. Что там за микро такое? Ну да, назад во времени там можно вернуться. Только это, по-моему, не повлияет на текущий прогресс, как я так понял. То есть, если я там соберу какую-то секретку, то она, по-моему, не будет мне доступна или будет в настоящем. О, да что же они допрыгивают? Странно. Стоп, а как там допрыгнуть? Что-то я не пойму. Почему больше стоит и не помогает? Ну блин, нормально вопрос был, разве нет? О! Да дерево, ну это же дерево. Эй, ты откуда взялся? Второй раз уже этот вопрос, да, мне нравится эта игра всем. То есть практически не могу у нее ни одного минуса назвать толком. Все норм сделано. О, сейвик. Ого, там большой портал. Так, ну нам походу надо направо все-таки, да? Да, можем вроде допрыгнуть. Да блин, вроде ж можно. Страйдер, а что такое страйдер? Привет, Sky Cruelty. Метроид? Не, Метроид это жестко очень.
Метроид, я вон на стриме смотрю. Блин. А какая разница, Метроид Ваня, Метроид. Ну, если ты объяснишь, то может пойму. Ну ладно. Видимо, это вообще-то не могу попасть. Опять портал, как на первом уровне, только тут еще дерево. И вот эти. Здорово, вот я смотрел Супер Метроид прохождение давно, мне было классно, но я смотрю, правда, сейчас первый Метроид, ну и да, это что-то слишком жестко, конечно. Бомбануло бы? Да, контроллер Xbox 160, в смысле, в Метроиде бомбануло бы или что? Еще один, сколько их тут будет-то? Метроидвания — это Кастлвания от Konami, в которой работает механика Метроида с псевдооткрытым миром и от Konami. Тор, ну не знаю, ну как бы там именно вот, ну первая часть, да, за, ну как бы за, чуть-чуть затянута, можно было чуть ее поинтереснее сделать, но все равно сама идея нормальная. Наверное, за второй части там уже нормально будет, ну либо Супер Метроид, ну посмотрим, вот он же будет проходить, уже смотрим. Не, я много на дерево почему-то здоровье трачу, слишком. Не, Снап, если пробовать Кастельванию, то надо пробовать с первой части. И я не очень понимаю, к чему тут Wings of Fear, это же не похоже на эту концепцию. Тут же я же не хожу по уровням постоянно. Ну, буквально пару моментов, где там типа только с доп. Возможностями я смогу пройти, да. Но это скорее исключение тут, по-моему, чем правило. В основном это линейно, просто проходишь и все. Что такое? А, надо проходить Castle с первой, потому что я всегда, когда знакомлюсь с серией, то я играю с первой части. Или смотрю на Ютубе там, ну, короче. Не люблю знакомиться с серией не по первой части. Ну, как бы надо знать, с чего началось-то все. Не, ну если не играть, то хоть-то посмотреть прохождение или чем-то такое. Стримить то, что ты никогда не постримишь, в смысле то, что я никогда не постримлю. Это дерево убить без урона.
Короче, жесткий портал какой-то вот уже. Не знаю, как Demon Mod проходить. Если я понял, самый первый портал на Demon Mod я почти прошел, и то все равно не осилил в итоге. А как этот проходить? Harvest Moon. Думит, да ну думит это вообще бред. Но я говорю, думит только если ангел мод, то там думит, да, может быть еще. То есть ангел плюс думит, я думаю, еще можно попробовать. Но, блин, демон плюс думит, это просто... Говорю, босс и рейп отдыхает. Тупо отдыхает. Босс и классика. Ну а чё, нет, что ли? Ну и в итоге я столько же и потратил. Какая разница. Блин, что-то жесткий этот портал все равно. Вот именно Тор, ты не проходишь это, хотя, блин, это уже самое нормальное. Ну, ты Солгрина не убил. Да, она все равно меня бьет. Что бы я ни делал. Надо тогда хоть скелета пытаться как-то без урона. Нет, не проходишь. Не согласен тот дотер. Ну, после дерева у меня уже остается вообще минимум здоровья. О, там сердечко. Понятно, это надо сразу убивать так или иначе, потому что потом дерево.
Блин, ну не могу я второго скелета убить никак. Автозамена стрельбы и ударов, ужасно упоротая идея. Да не, нормально. Здесь нормально. Даже все же, ну блин, хорош падать вот в дырочку. Ну блин, ну вот опять здоровья не осталось. Так значит снап, так значит просто не достанет там этот ближний бой атака. Вот и все. А, еще он остался один? Что не помнит? Ой, ну наконец-то. Вот и ваша шняга это. Видимо. Теперь у тебя есть возможность собирать крылья силы, чтобы трансформировать свое следующее флаттер. Полноценный дэш. Короче, не знаю, разберемся. Дэш может быть направлен в 8... Ну, этот дэш, это этот... Рывок может быть направлен в 8 направлений. Да не сюда. Да это все клетки сюда идти надо. И где? А. Чё принеси мне, что мне нужно? А что тебе нужно? А что тебе надо? Отличная секретка. Ну прям обсекретился. Пошел и принес.
Что-то я не понимаю, как это использовать. Блин, только наискосок, что ли? Или чё, я что-то вообще не пойму. А, надо просто одновременно обязательно стрелку нажимать вместе с этой кнопкой. Да, то есть надо нажимать C и вверх, ну, то есть не удерживая стрелку вверх, да, нажать, а нужно одновременно эти кнопки нажать. Ты хорош. Ой, кто-то там проснулся. Так, а потолка-то тут можно касаться? Блин, что-то это жесткое как место. Почти. Как-то надо очень резко нажать. Ну, по сути, у нас тройной прыжок есть, да, в определенных местах. А обо что сейчас умер, я чуть не понял. А обо что умирает-то? Что-то я вообще не могу курить. А, так еще и потом и полет есть. То есть полет еще и есть после этого. Крыльями. Сейчас вот это дерево пойдет. Игра другая, хитбоксы те же? Да нет, вроде хитбоксы нормальные. Так. Ну, да что же это? Так что это практически четверной даже прыжок. Давай дерево. Не знаю, как дерево убивать, но нормально. Так что самый, ну, меньший урон и способ — это просто подходишь и лупишь как можно быстрее. А потолок, что ли, умираешь все-таки? Короче, сейчас вот этот
А что тут говорили про Метроид? Ну то, что он не очень. Именно первая часть. Скучноват. Сейчас, короче, проходим вот этот момент. И все, на этом стрим заканчивается. Да хорош, ну блин. Если мы, конечно, пройдем этот момент. Чё-то я даже не заметил, что тут в Ангел Мод дополнительный сейф был бы. Да, нету сейва дополнительного вроде для Ангел Мода даже. Или может быть Ангел Мод уже заканчивается к этому моменту? Я не знаю, может там не полная игра. Потому что вот тут нет никакого маленького сейва. Обычно такой маленький сейв крутится, я так понимаю, в Ангел Мод он будет нормальный. Привет, Онистер. Да почему не моя? Прохожу уже потихоньку и нормально. Чё не моя-то сразу? Боже, что же тоже проходил 11 месяцев, ну прошел же и чё. А это явно легче. Да, Боже практически ничья, только снапа. И Сэнку. Да блин. Боже, извините, даже Санчес скоро пройдет. Но так он же на ЕЗ все-таки. А, снап не прошел. Ну да, вообще-то. Ты что там наверху, что ли, появилось? Да, пророк же тоже не прошел больше. На рейп, ты серьезно? На рейпе не дойдешь до Салгрина, как и я. Не нужно строить иллюзии. Или ты прям собираешься пипец, как вообще жесть до конца идти там. Год. Когда-нибудь пройду. Ну, удачи. Короче, не знаю, не могу сейчас уже этот момент пройти. Уже, честно говоря, устал. Так что, значит, мы этот момент не пройдем сегодня. Мы на этом закончим. Так. Да, надо не забывать время go to title screen, чтобы у нас время не шло в игре. Все. Ну, сегодня отыграли. Так что Фабино идет стримить Боша. Я иду, не знаю, кофе пить и так далее. Все остальные идут смотреть Фабино. Через 30 минут.
Ну все, вопросы, пожелания, замечания, предложения можно писать в чат. Всем спасибо, что смотрели. Всем пока.